ближайшие 20 лет – решающий этап в осуществлении великой ленинской идеи о сплошной электрификации страны. 640 крупных электростанций будут построены за эти два десятилетия. Кировская ТЭЦ номер 4 – одна из них. Первый ее агрегат недавно уже включен в областную энергосистему. На станции установлено новейшее автоматическое оборудование. Многочисленные приборы помогают машинисту теплового щита Алексею Шишкину контролировать работу турбины и генератора. У главного щита управления командный пункт всей станции. Здесь сегодня несут вахту инженер Суворов и дежурный по станции инженер Сметанин. Новая станция уже выработала миллионы киловатт-часов электроэнергии.